Видео подготовлено онлайн gdz.net, задание номер 11.6. Какая из данных пар чисел является решением системы уравнений? Система уравнений 2х плюс 11у равно 15 и 10х минус 11у равно 9. Давайте с вами подставим заданные пары в систему и проверим, осуществляется ли равенство. 2жды 3 плюс 11 на минус 1 равно 15. 10 на 3 минус 11 на минус 1 равно 9. 2жды 3 это 5. 11 и минус 1 это будет минус 11 равно 15. 10 и 3 это 30. Минус 11, минус 11 на минус 1 это у нас будет минус 11, минус минус 11, это плюс 11. Плюс 11 равно 9. 5 минус 11, это минус 6. Никак не равно 15. 30 плюс 11, это 41. Тоже 9 не равно. Нет, данная пара не является решением системы. Задание B это числа минус 9 и 3. Снова подставляем их в уравнение. 2жды минус 9 плюс 11 на 3 равно 15. 10 минус 9 минус 11 на 3 равно 9. Минус 18 плюс 33 равно 15. И минус 90 минус 33 равно 9. Ну, мы сразу видим, что это не так. 33 минус 18 действительно будет 15. Но вот второе уравнение, это у нас минус 123 не равно 9. Снова пара не является решением уравнения. Задание в числа 2 и 1. 2жды 2 плюс 11 на 1 равно 15. И 10ю 2. Минус 11 на 1 равно 9. 2жды 2 это 4. 4 плюс 11 это 15. Здесь у нас равенство осуществляется. 10ю 2 это 20. 20 минус 11 это 9. И здесь у нас тоже равенство правдиво. То есть да, эта пара является решением системы. И задание Г, пара 1 и 2. 2жды 1 плюс 11 на 2 равно 15. И 10ю 1 минус 11 на 2 равно 9. Это 2 плюс 22, это 24. Это у нас никак не равно 15, верхнее уравнение. А нижнее уравнение у нас это 10 минус 22, это минус 12. Тоже не равно 9. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.